Всем привет, ребят! Меня многие просили сделать летсплей по игре Симулятор Козла. И вот я решил его сделать. Думаю, будет весело. Так, ну и вот мы начали. Что здесь нужно, типа, делать? О, shift это бегать. О, тут, типа, разрушать можно все что угодно, да? Прикольно. Блин. Даже людей можно бить. Тут, типа, интерактивное все, да? Блин, весело. О, батутик на нем чуть можно делать? Ага. Прыгать. Класс. На самом деле очень веселая игра. Я видел очень много прикольных летсплеев по ней. Решил сам записать на самом деле. Так, ладно, здесь вроде сальт еще можно, но я пока еще не разобрался как. Блин, класс. Можно всех валить. Чувак, ты, кажется, ни за что не держался. О, смотрите, кабаш. Сюда можно, типа, залезть? Там козёл вроде бы стоит. Получай, скотина! У тебя есть целая башня, у меня ничего. Так, ладно. Здесь вроде бы лестница еще более... А! Там что есть, я уверен, я должен залезть. Мне кажется, что там что-нибудь да будет. Потому что в этой игре, на самом деле, очень много всего. Так, я посмотрел, почитал. По ней я обычно... Уху! Нифига себе! Это я куда, типа, попал? Ого. Это, типа, что вообще? Ни хрена себе, ребят. Офигеть. Вот это веселье. Я, типа, попал к стане. Воу. Ху-ху. Ребят, короче, мне теперь дали маску. И я стал, короче, сатаной, козой. Весело, короче. Я думаю, что... Кто-нибудь тоже находил эту прикольную штуку. Я думаю, что здесь еще много крутых моментов. Давайте-ка побегаем, поищем их. Сначала мы всех завалим. Ву. Нифига себе. Ладно. Смотрите, сколько прикольных людей. Они веселятся. И... Блин, хватит сбивать меня, гребаная машина. Блин, я не мог попасть уже по людям, на самом деле, даже. Да, сваливайте все. Валите отсюда. Валите. Давайте, типа, вот смотрите, там какое-то здание. Типа, завод какой-то, наверное, секретный. Вот. Прикольно. И что здесь нужно делать? Ну, я уверен, что здесь как-то можно пройти. Ну, вроде бы забор не открывается, и ничего здесь не ломается, вроде бы. Но я думаю, что где-то здесь можно вот по камню, наверное, всем... О, смотрите-ка. Смотрите-ка, дырка. Класс. Fuck the police! Fucking police, motherfucker, shit. Ну, мой английский, как всегда, бесподобен. О, господи, что это? Это баг был или это так для прикола сделали? О. Все, свалите, стулья. Свалите. Я думаю, что здесь есть что-нибудь прикольное. Я думаю, что не просто так здесь этот завод. Двиньтесь. Подвиньтесь. Двигайтесь. Так. Нет. Осторожно, осторожно. Так, ладно, куда мы прибежим? О, смотрите, вывеска. Блин, я упал! И что теперь делать? О, смотрите, сколько ящиков, давайте-ка их разобьем. Обожаю разбивать ящики, это самое веселое в этой игре. Эй! Двигайтесь, меня завалило! Нужно выбраться! Убираемся. О, смотрите. Ха-ха. Нужно ящиками играться. Класс. Уху. Весь. Ну ладно, ребят. Я думаю, что здесь больше ничего интересного и не будет. Давайте-ка свалим, пожалуй, отсюда. Поищем что-нибудь еще. Побегаем по этому, так сказать, большому городу. На самом деле, я думал, что игра будет весить больше. По мне рассказывали, что она там... Очень много весит, но на самом деле она весила около гигабайта, я думаю, что при установке там еще 3 добавилось. Но второй, если там гигабайт весит. Фига себе! Взорвал, блин, заправку. Ой, офигеть. О, смотрите, ребята там веселятся, давайте-ка им испортим веселье, пожалуй. Эй, чувак, что... Это где я? Файт. Что? Что это за херня?
ладно, типа... А, это драка козлов. Получай, скотина. Что, мне уже, типа, за круг его выбить? Класс. Раунд 2. Получай, сука. Я боксер, я на бокс ходил. Я коза, которая ходила на бокс. Получай. Ай, блин, он постоянно меня валит теперь. Блин, что происходит? Самая портая игра в моей жизни. Раунд 3. Да блин, они какие-то все слишком слабые противники. Мне нужен сильный противник. Все, сваливай. Так, вроде, ну, звук был как будто раунд 4, но ничего не произошло. Как ты встала? Как ты встала? Я же тебя завалил. Получай, скотина. Все. Эй! Так нечестно, я уже вывел тебя уже из-за круг, и здесь другие правила. Блин, да вот это посильнее уже коза, на самом деле. Мне нужно как-то аккуратно завалить. Получай. Все, теперь выбьем ее из-за круга. Все. Раунд 4. Сколько здесь? 5 раундов? Нифига себе, это какой-то сильный козел. Козел, чемпион. Получай. Да блин, все здесь на самом деле слабые. Что произошло? Что там написалось, я не успел. Нифига себе. О, ребят, я выиграл их состязание. Класс, теперь получаете, скотины. Я не за этим сюда пришел. Охренеть, вот теперь я бью сильно. Давайте просто вот так вот подойдем к тому. Тэп. Ни хрена себе, видели, как он улетел. Красиво. Да, вот это вот действительно полезная херня. Так, ладно. О! Сортир! Не думаю. Было бы прикольно, если бы здесь кто-нибудь был, на самом деле. Он бы неплохо так удивился, я думаю. Так, ладно, давайте еще немножко пробежимся. О! Следы от инопланетян, ребят. От инопланетян следы. Знаешь, всегда фотки были. Типа, это инопланетяне сделали. И что здесь, типа, тоже какая-нибудь херня? Ой, как я это сделал? Так, здесь вроде есть палочка, а здесь нету этой штуки. То есть здесь есть, а тут нету. Ладно. Ну, вроде ничего не происходит. Ну, ладно. Так, что здесь еще интересного? Побегаем по просторам, пожалуй. Я думаю, что здесь вообще много чего можно найти. Мы уже нашли тут достаточно интересные штуки. О! Нихера себе. Комбайн. Пацаны. Чувак, мне кажется, ты немножко не тем делом занимаешься. Что он вообще делает? Ну и что? Комбайн, и что? Здесь что-нибудь интересненькое будет? Нет. О, смотрите, какая-то херня. Оу, типа статуэтка. Прикольно. Здесь еще много ачивок всяких интересных, и я думаю, что ничего не будет, если... Так, ладно, а можно сломать эту херню? Нет, походу нельзя сломать. Ну ладно, остается только... О, смотрите, какая золотая херня. Нифига себе. Ладно, видимо, это только для этого, чтобы попрыгать. Прикольно. Ну ладно. Что здесь еще интересного хочу? Изучить все вдоль и О! Смотрите-ка. Это какая-то херня. И что мне здесь делать? А, смотрите. Блин, я уменьшился, кажется. Эта штука, походу, она меняет в размерах. Она как-то странная, из нее нельзя вылететь иногда. Нет, я не хочу быть маленьким, я хочу быть средних размеров. Блин, походу мне придется маленьким бегать. А нет, смотрите-ка. Я даже стал больше, кажется. Смотри, какая-то еще статуэтка. Я думаю, их нужно собирать. А, собирайся. О, отлично. Тут есть очки, но я не знаю, для чего они, но все равно пускай будет. У меня уже 68 тысяч. Класс. Так, здесь мы были, здесь вроде ничего интересного. Давайте, блин, какой-то я стал большой, знаете, не очень быстро бегать, надо будет, наверное, поменять. Так, здесь я заправку разбил. О, чувак как-то идет. Здесь я не был еще, это стройка, нифига себе, давайте попробуем здесь потусить, что здесь интересно. Машина! Ну, с машиной мы быстро справляемся. На самом деле, я не уверен, что козел сможет разломать машину своими ногами, но все же я думаю, что удар у него не слабый в реальности. Так, и что, как-то можно здесь наверх залезть? Нет. О, смотрите. Ой. Смотрите, кран подъемный. И лестница. Здесь можно лазить по лестницам в этой игре? Я просто не представляю. Видимо, нет, потому что я не представляю, как лазить по лестницам козел. Да, наверное, нельзя. О,
Вот так, ребят, короче, лазит по лестницам козел по-настоящему. Это игра, она основана на реальных событиях. Все, что происходит здесь, может произойти и в реале. Потому что козлы, они на самом деле самые, наверное, непредсказуемые животные. Они могут, ну и стать нечаянно станой, когда-нибудь выиграть на состязании, стать охерительной козой вообще. Ну, козлы, короче, разные бывают. Так, окей, и типа я залез сюда, и что? Так, нужно быть очень аккуратным, чтобы не упасть. Я думаю, что здесь можно еще, да, вот, еще выше подняться. Класс. Так, и здесь, я так полагаю, уже все. Ну и здесь будет что-нибудь веселое, кроме как падение с огромной высоты. Смотри, давайте поосторожнее, это мало ли еще. Смотрите, что там за херня. Видите? Там какая-то штуковина. Прикольно. Может, должно все-таки нужно сходить. Вот, то есть такая какая-то веселая херня. Так, и мы сбросили чувака, и что нам делать? Блин, здесь никакая ачивка не выполняется. Ладно, я думаю, что здесь все-таки будет что-то интересное. Нет, 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 нет. Тьфу. О, нихера себе. Вот, типа вентиляторы. Может, на них можно на батутах прыгать? Нет, видимо, нет. Ладно, давайте. О, смотрите-ка, мы на крышу залетим. Нет, 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 не перелетай, не перелетай. Фух. Оу, мы на крыше этой штуки. А, все, хватит. Так, ладно, и что это? Типа, это что, тот завод, по-моему, если я не ошибаюсь. О, смотрите, там есть какая-то штуковина. Давайте попробуем, может, ее можно разбить. Можно же, я уверен. Только как? Ладно, ребят. Я не знаю, короче, что здесь делать. Наверное, сюда можно попасть как-то через... Вот, смотрите, картонная херня. Точнее, не картонная, а деревянная. О, статуэтка. Все-таки кто-то думал, что сюда попадет как-то нечаянно и поставил статуэтку. Класс. А, поднимайся. Не время падать. Я думаю, что сюда нужно как-то попасть. Я думаю, через завод. Но я там вроде как ничего не доходил, но я же упал в конечном итоге. Я думаю, что все-таки есть что-то интересное. Так. Сваливаем. Так. Идем, бежим, 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 бежим. В общем, я думаю, что я найду здесь что-нибудь веселое, и там будет что-нибудь классное с этой деревянной штукой. Не зря же я сюда ходил. Так. Здесь главное не упасть. Главное не упасть. Нам нужно попасть как-то на крышу. И каким образом это сделать, я не знаю. Ну вот какая-то херня. Ладно, давайте здесь. Мы сюда вроде раньше попадали. И... Ого. Прикольно. А, мы сюда могли попасть. Тудой. И что здесь делать? Так, ладно. О, вот, смотрите, может туда нужно попасть повыше. Как мне это сделать? Так. Time part. Окей, давайте будем прыгать на этих штуках. Нет, 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 нет. А нет, смотрите-ка, залезли почти. Блин. Ну ладно, нам нужно вот сюда как-то упасть. И вот, да-да-да-да-да. Нет, 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 нет. Или нет, я даже не знаю, может я ошибаюсь. А, вот, смотрите, какая-то штуковина. Ой. Что здесь? Что здесь работает? Как здесь-то работает штука? Она же не просто так. Да, тут какая-то херня, тут какая-то вентиляционная труба. Только сюда нужно попасть. Каким-то образом. Возможно, это и есть тот ход туда. Вот, давайте здесь попрыгаем. Вот. Класс. А-а-а, залетай. Ну же. Козёл. Грёбаный козёл. Так, вот, 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 вот. Что происходит? Где я? О, смотрите, там есть статуэтка. Подожди, подожди. А-а-а! Нихера себе. Хе-хе-хе. Весело. О, а это что? О-хо-хо! Нифига себе, типа фейерверк, что ли? Блин, весело. Ладно, давайте еще немножечко здесь пробежимся. Я думаю, что здесь есть еще много всяких фигней веселых. Хотя, сколько мы уже играем? Скоро надо будет уже серию заканчивать.
Так, давайте чуть-чуть еще побегаем, пройдем еще какую-нибудь веселую ерунду. И когда-нибудь еще продолжим в следующей серии. О! Ребята, демонстрируют. Демонстранты! Я ненавижу демонстрации. Путин лучший, отстаньте. Ой, нифига себе. Блин, как же я люблю портить. Пати. Пати. Краш. Классно. Ой, чувак сгорел. Ну ладно, я думаю, что у него была не лучшая жизнь, потому что же это к лучшему, что он сгорел. Так, что здесь есть что-нибудь? О, смотрите-ка. Стул. Я куда-то прибежал, похоже. Так, что у нас здесь? Ого! 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 И это типа продолжение этой херни с тем, что я типа сатана. И что здесь нужно делать? Можешь типа кнопочку. Ой. Так, это явно не то, и это не работает. Так. Кнопочки. Ну, вроде бы как бы. Ой! Это как произошло? И что вообще произошло здесь? Это вроде я нажал. Наверное, здесь нужно стоять. О! Нихера себе! А, это я R нажимаю, короче. Ой, что это за хрень? Короче, R я нажимаю. Нихера. Это что за херня, ребят? Это что за херня? Блин, жесть. Я, короче, еще одну ачивку выполнил. Ну, да, ачивку выполнил. И я стал какой-то странной козой. Так, посмотрите на меня, я черный. И у меня желтый. Нет, что-то желтое, короче, здесь. И, кстати, на R я узнал, что я могу... Ой. На R, короче... Ну, теперь почему-то другая херня. Раньше на R, короче, я мог выпускать коров, а теперь я что-то... Что-то делаю. Что-то происходит. Я потом начинаю собирать просто все. Блин, класс, чуваки. Это веселье. Это круто. О, смотрите, а фуру можно? Интересно. Уху. Нет, по всей видимости, фуру не... Что это за херня? Я просто не понимаю, что происходит в этой игре. Это самая странная игра в моей жизни, на самом деле, ребят. Короче, класс. Вот эта херня мне нравится. Вот ачивка мне нравится. Так, ладно. Давайте попробуем собрать все. Если она, конечно, так работает, я могу просто ошибаться. Надо будет в следующий раз посмотреть летсплейчики, почитать что-нибудь. Тогда я уже буду... Ну, по этой игре, естественно. Тогда я уже буду... Лучше не ориентироваться и разбираться. Но пока я хрен пойму, как это работает. Это, короче, самая странная херня в моей жизни. Ладно, ребят, короче, с вами был Андрей Никит. Всем пока. Если вы хотите больше летсплеев или еще один летсплейчик по Ghost Simulator, по-моему, это так называется, то ставьте пальцы вверх, пишите свои охренительные комментарии, и летсплеи обязательно будут. Ну что ж, всем пока.